Всем привет! С вами я, Елена, и мой канал Хитручкин двор. Дорогие мои друзья, отснимаю видео по перепелам. По перепелам породы альбинос техасский. Тушки у меня зарезаны альбиноса техасского. Вот я вам показываю петушков в возрасте 46 дней. Вот такие петушульки, грудастенькие. Вот, я вам их показываю, даже вот так подальше возьму. Это у нас все петушки, а тут их не потрошки. Потрошки мы ложим по желанию клиента. Если клиент хочет, мы их положим, если нет, мы скушаем их сами. Значит, петушки весом 3-4 штуки на килограмм. Если бы мы их подержали хотя бы 6 дней 10, на них бы был жир. А так, самое мясо. Хорошие тушечки. Вот такие. Хорошие тушечки. Самое мясо. Красота. Это все вырезается и будет паковаться, замораживаться и отправляться новой почтой в Харьковскую область. А я сама проживаю в Первомайске Николаевской области. Вот клиент пожелал, чтобы ему отправить перед Пасхой, оформить вот такой заказ. А сейчас я вам покажу курочек. Это мамки, которые работали на инкубационное яйцо. Эта линия у меня вырезается, так как приобрела две новые линии. Вот, и мы будем работать уже по новой крови. Вот такие тоже, я уже было видео показывала, они должны быть такие грудастенькие. И каракатули. Каракатули. Ну, эти курочки идут на бульоны. Бульоны бесподобные, вкуснятина. Этих курочек наваристые. Что я вам могу еще сказать, знаешь, берете тушечку, разрезаете ее по спинке. Вот так. На вилочку надели, обшмалили по спинке. Разрезали ножницами. Если там остались легкие, я не могла вытянуть, вы их берете под проточной водой, удаляете. И промыли тушечку под проточной водой. И все, и ставите варить. Очень вкусные бульончики. Так, это потрошки тоже с курочек, я вам сейчас покажу. Значит, вот берем сердце и печеночку. И на весах я вам покажу, сколько тут, какой вес. Значит, вот у нас веса. На весах у нас что? 0. Ставим мы 18 грамм. 20, ну, 18 грамм. Это у нас стоит сердце с печеночкой. Это от курочек. Ну, 20, да, 20. Зафиксировала. 20 грамм. Вот такое сердце печеночка. Если клиент не пожелает, значит мы скушаем это дело сами. А кушать мы умеем. Я вам сейчас показываю. На сковородке у меня уже протушенные в сливочном соусе. Замаринованные и протушенные потрошки. Люди у меня брали мясо на барбекю, на Пасху. И не пожелали брать потрошки. Значит, что мы сделали? Мы их приготовили сами. И сами уже почти что тут и заканчиваем. Все стушили, это от птицы молодой. Вот, все в соусе, под крышечкой протушилося. Приправами, все вкуснятина, все сами скушаем, ничего не пропадет. А также можно делать паштеты. Так как и куриные, любые паштеты печеночные, можно сделать так и паштет с целеными печеночки. Ну вот и все. Будем подводить итог, что я вам хотела просто в этом видео вам показать, что какие у меня перепела альбиноса техасского, какие тушечки, как выглядит птица. То, что она пилечки на весах там фотографирована, больше я на весах фотографировать не буду, так как мои фотографии воруют и выставляют на продажу инкубационных яиц, как за свои. Одесса фестивалить в открытую. Вот, значит, все, больше птицы моей на весах не будет. Буду вот так снимать видео по тушкам. Будете визуально бачити, какие тушки. Вот даже я сейчас брошу
спичечный коробок. Во. И вы будете бачить соотношение. Так само и по молодняку. Так, курочки у меня идут 3 штучки на килограмм. Вот, а петушки 3-4 штучки на килограмм. Вот такие. Вот такие тушечки. Все, сейчас мы это все пакуем, замораживаем и завтра будем отправлять. Дивіться следующее видео. Вот, как мы делаем термопакеты, упаковываем. Харьков, была пішла посылочка сутки, ну это Харьковский район, значит двое суток, я узнала на почте. Вот, будет двое суток идти эта посылка у нас, сейчас апрель месяц, еще ночью прохладновато. Но клиент пожелал купить, приобрести у меня мясо. И думаем, дальше будем сотрудничать. Так, ну вот и все. Спасибо, что дивився мій канал. Всего вам доброго. Счастливо. До свидания.